Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, я, Пласкун. И сегодня я решил поговорить о том, как показывает себя робот Орочи на двух пушках Бэйн. Но, друзья, перед началом данного видео я хотел бы провести небольшой розыгрыш 5 пушек Бэйн в игре War Robots. Ну и чтобы принять участие в розыгрыше, нужно выполнить 3 простых условия. Во-первых, вам нужно подписаться на мой канал. Во-вторых, вам нужно поставить лайк этому видео, ну и в-третьих, вам нужно написать любой комментарий с указанием ID и платформы. Сразу, друзья, скажу, что если вдруг рандомайзер выберет комментарий без указания ID или платформы, то приз будет переразыгран. Ну а более подробные условия розыгрыша вы сможете найти в описании. Итоги розыгрыша будут опубликованы 7 декабря в моей группе ВКонтакте, а также на моем Discord-сервере. Поэтому, друзья, обязательно подписывайтесь на группу ВКонтакте, а также присоединяйтесь к моему Discord-серверу, чтобы не пропустить итоги розыгрыша. Ну, в общем, друзья, ладно, немного с вами отвлеклись, давайте теперь переходить к теме данного видео. И, друзья, наверное, вы помните, что буквально вот вчера я делал видео про робота Орочи, и там я вкратце рассказал про наиболее популярные сборки в игре. Я также уделил немного внимания пушкам Бэйн. Но тогда я сказал, что у меня обе пушки Бэйн заняты на роботах Ревенант. И как-то не особо я играл на Орочи на сборке двух Бэйнах. Но я вот вчера решил попробовать поиграть на такой сборке. Все-таки взял по одной пушке с каждого Ревенанта. И со вчерашнего дня я отыграл где-то, наверное, боев 20-25. И уже сделал определенные выводы по поводу за такой сборки, и сегодня хотел бы вкратце про нее рассказать и поделиться своим мнением с вами. И, в принципе, давайте начинать. И вообще, данная пушка, она показывает себя просто отлично, потому как урон у нее довольно неплохой, особенно если это все дело прокачать в МК-2 или в МК-3. И также у нее еще есть классный такой бонус в виде наложения дот-эффекта. То есть вражеский робот после того, как вы закончите стрелять по нему, будет получать урон. И данные пушки носят довольно много урона, который будет периодически после того, как вы закончите стрелять, наноситься. И поэтому данные пушки показывают себя в этом плане просто отлично. И также еще у них большой плюс то, что перезарядка у данных пушек очень маленькая, 3 секунды всего длится, а обойма очень даже неплохая. И, наверное, еще самый главный плюс то, что они игнорируют физические щиты. Именно поэтому на данных пушках очень здорово можно разбирать роботов с физическими щитами, такими как, например, робот Shell. И Орочи для такой сборки показывается довольно неплохо, потому как робот Орочи предназначен по большей мере для близкой дистанции, то есть захватывать им маяки просто отлично, а у данных пушек дистанция всего 300 метров, и в принципе можно очень неплохо на такой сборке отыгрывать. Я попробовал, мне в принципе понравилось, и насколько я знаю, в следующем обновлении 7.7.7, который будет в декабре, то там выйдет ограниченная серия Орочи и ограниченная серия Бэйнов. И, в принципе, должно будет очень неплохо сочетаться, особенно все это будет смотреться очень гармонично, то есть внешний вид тоже будет очень классный. Ну и в целом пушки показывают себя очень неплохо. Да, конечно, есть один недостаток, это сражаться очень тяжело ими против роботов Фафнир в полете, потому как надо стрелять как-то немного заранее, чтобы эта вот кислота из пушек как раз долетала до роботов Фафнира, потому как у него очень скорость большая, если вы будете стрелять как раз ровно по нему, то будет некоторая задержка при попадании Фафнира, и против них, чтобы сражаться, надо какой-то иметь опыт, то есть потренироваться сходу, я думаю, вы вряд ли сможете разбирать Фафниров. Но вот против наземных роботов очень неплохо себя такая сборка показывает, и мне лично она понравилась. Ну, в общем, друзья, все как всегда, я вот разыгрываю сегодня пушки Бэйн, как раз наглядно показал то, что разыгрываю, в принципе, все как всегда. Ну и на этом, я думаю, можно видео, в принципе, заканчивать. Обязательно участвуйте в розыгрыше. Если вам понравилось данное видео, то не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Ну, а с вами, как всегда, был я, Пласкун. Всем удачи, всем пока!